Музыкальный колледж, как пример положительной работы, причем работы качественной, эффективной и ненавязчивой. У руководителя музколледжа Натальи Холодцовой насчет идеологии своя точка зрения, как показывает время, правильная. Идеология ведь во всем, и в том, как мы относимся друг к другу. Идеология в нашей работе так, как мы относимся к нашим ученикам, как мы их воспитываем, что мы видим в ответ. И вот из этого всего, казалось бы, каких-то мелочей, складывается общая картинка нашего миропонимания, нашего отношения друг к другу. Идеология в таком широком понятии, конечно, есть во всей нашей жизни, но есть такое понятие государственной идеологии, которая предполагает и любовь к родине, и отношение к своей стране, к своему заведению, к своему дому и так далее. Конечно, эта работа даже структурирована, и она у нас в колледже проводится, как и в других учебных заведениях, по различным направлениям. Знакомство с аудиториями, с учебным процессом, с многочисленными наградами и конкретными людьми. Кстати, не в каждом учебном заведении помнят своих выпускников, причем всех и поименно. Здесь целая стена со стендами, на противоположной фотографии ярких моментов. Рядом многочисленные дипломы и награды. Воспитывать ученика через малое порой незаметное, но чтобы именно это малое и незаметное могло оставить глубокий след в душе настоящего человека, гражданина Беларуси.